Данная картина, которую вы видите все, иллюстрирует оригинальную авторскую методику селекционных работ, которая предполагает зимнее проращивание гибридных семян в комнатных условиях с применением дополнительной подсветки. Такая методика позволяет получить к завершению сезона развитые, хорошие селекционные саженцы, которые успешно зимуют в открытом грунте и не требуют выкопки осенью, сохранения их в каком-то хранилище, в погребе зимой и только потом высадки на постоянное место. Вот такой оригинальный подход. Он касается и проращивания черенков, и проращивания гибридных сеянцев. Такой подход является оригинальным. И до автора, то есть до меня, он в Сибири никем не применялся. Он позволяет сэкономить много труда и получить хорошие развитые растения, которые успешно растут. И что поразительно, они на третий-четвертый год начинают плодоносить. Такой срок начала плодоношения, насколько нам известно из литературных данных, характеризовался только разве что дикого винограда, типа вида рипария североамериканского. А у нас получается здесь и для культурных форм такой замечательный результат.